стало, это уже 8 и 9 его, наверное, 10 было. Года мы машине зимовали, поделали тогда землянки. А это вот как сокольни шли и гнали Америка прямо вот сюда, вот отсюда и туда. А уже где там Германия, я уже не знаю, где Германия. Как в Германии пришли, а там полицаи наши. Ну, наши же, например, ты знаешь, что я, меня знаешь, я уже в Германии, там мой мужик у Германии, уже у полиции. А, так Америка помогла, так и все. И к 9 мая уже кончилась война. И вы пошли, и все, пришли в Вершине, там же написано вон Артюшков. Василь Киреевич, Артюшков Захар Киреевич, Артюшков Виктор Киреевич, Артюшков Николай Киреевич. Было их 7 братов, две девки моего деда. Вот. Было 7 их и 2 этих 9. Это я говорю, пасека там чистилась. У этого две груши там моего деда. И он тут жил, а тогда делились сюда на зубу. Поселок Зубов, там Братенник это Антон же был, и Захар это Антон Братенник, и Александр это его, это поповъехали жены. То ты туда поповъехали уже, с озерца поповъехали. Их много. Ну, это же от Братенникова, как-то и дрожит солнышко, и ты от... Это уже у третьих, у четвертых это все равно однокодлы, артюшковцы. Были бы кот этой. Золото ж нашли, вот кларуш тут. Кто? Вот, тут двое. А, тут две груши еще, вот две груши тут жил. Ну, ты говоришь, твой дед? Это мой дед, моего деда батька тут жил. А я там, значит, их вот рубчиха, что дражнили все. И вон Манька была, их Рося, ты, может, помнишь. Он маленький был, вроде. Так они уже, значит, самый малый остался на корне оставляли. Вот кто малый, на корне оставлялся. Ну, я уже как-то не знаю. Уже моя матка звала ее дядина. Дядька, дядькин. Батькин брат самый малый на корне. Ну, и золото тут нашли, тут это, копейки находили. Да, и золото в них было. А прадеда моего, это дед. Вот тут он зарыт, тут он, я уже ляжу на этих могилках. Вообще тут уже и Толик, тут и Васька. Вот тут. И, значит, и их золото было. А батя, вот что мой дед, это жил тут. А дедов батька жили отдельно, поподделили уже детей. И, значит, ездили, вот, например, как у вас много бобряковцев этих. На север за золотом ездили. На конях, ты говорил. На конях. И брали с собой вилки железные. Ну, что, ну, как этой. Ну, там... А тогда прикажут, вот, оставят, например, твоего батьку. Гляди, и за мою семью, и за его семью. Заставляй их порядок работать. Держать. Чтобы лето целое, на лето зимой уж там же холодно. Поедут золото привязывать. И едут на конях с оттуда, пару коней запрягут. А ты тут уже на своих конях помогаешь и моих детей, и тех детей, и тих, и так вот. Свои поедут человек 6 на паре. Золото там работают, значит, заробят, привязывают. И тогда и этому дадут же, что тут уже как еще команда уже... Все убирали, и они тогда живут. Дедов все слушались. Очень приедут. Так, значит, это и за золото же, и все, говорит, хороший камень дал взять. Вот, ну, нехай. Тьфу-тьфу, чтобы не сурочить. Всегда так надо перебивать. Так, значит, у него было золото, где-то же сынов прадед, сынов пожанил, и ты. Остался со старухою. Войны-разбойники в двору. Разбойники, это уже и Мулька вам рассказывал. У хату, стук-стук, открывай такой-сякой. Ну как же идешь ты, грызться со мной, так ты ж не будешь говорить, там Васильевна, я пришел. А такая-сякая же, открывай двери. Топором же сякой. Он не открывает. Топором, мы же не пустые пришли. Двери взорвали, давай золото. А он говорит, едьте на север. Хоть бы ты сказал.
Так, значит, его раз убили, а ей, а он говорит, убьют нас, убьют. Ну, не говори только ты ж, где золото. Ну, а как, например, твоя жена, и ты, как она не знает, где золото? Они подлестились, ты будешь живая. А на золото, то она сказала, его закопали, ему хорошо там. А ты, дети отказались от матки. Что зачем ты говорила? Золото. И на золото забрали, да Пасахатович. А батьку уже убили, им же тоже жалко. Ее убили. Во. А я ей бы убили, ей бы закопали, и ладно. Не подсказались. Все их сыны не идут, невесты какие не идут, и на горе хватило. Надо потом говорить, чтобы были это. Вот. Горя хватило, подказались, а надо сеять, а надо веять, а надо все. Так никто не узнал. Вот. Лучше бы я не сказала, меня бы убили, чем я лежала, ей бы было легче. Что? Это ей легче. Раз один умирал. А детям. 100 смертей не убивали. Да. Не бывает. Чтоб дети хоть бы знали. Вот такие так дела. И вот эти вот Рубчихины, Артюшковы, это родня, да? Да, это родня, это все мы еще родня, были. Это все это мои, все это дядька, мои дядьки, моего мамы, моему батьке, дядька, а это, значит, это его туточка батька остался, а еще не знаю, где жил прадед Артюшковый. Дубневовский, что он. И там вот тоже у Виктора, вон, как ты ходишь, он на Мужиновске, он последний ровок. Там, значит, это Колин дед жил. У него был дворец. Это двухэтажка. Ты про зубов говоришь? Да, про зубов. Там и кирпич еще был. Кирпич. А его колхоз оставили, у колхоза. Отдай коня, отдай корову. Он говорит, не дам. Ох, ты не дашь. Сейчас его схватили. Его сослали, связали. На каторгу туда, в Сибирь. И хату перевезли на канцелярию. Скот позабрали и вешек, и всех. А Виктор уже был на деле, вот, а Виктор там жил на этом боку. А, например, как вы его на другой бок, мы именно на этом боку жили, например, вот так. А мы на этом. А значит, на этот бок брат Иван его жил, отделенный. А батька уже там. И значит, вот тебе распас. Вот твои свиньи подойдут туда, но где этот ровок? И он их пужнет и не ходит по воле. Это, ну как, за ядина жил батька и с сынами. И сестра что-то рядом поселилась, и колодец ее было, Иван сделал. Так Иванов колодец. Делена как-то пришла, да упровалилась от того, что не додохала. Тот колодец? Да, да сидела, а кто-то ехал, она кричала, остановился, да ее вытянули. Ну, так она провалилась у колодец, она там забуренной был. Но она не в воде была. Ну, не можешь выбраться. Вот. И вода была, а то, что она уже забуренной был, а коли бы в воде бы она была, так концы бы тогда же налечилась, на курорты послали ее. Пошла как-то зимой, что на тесто глядеть. И что? И провалилась у этой колодец. Ну, сувала там. Ну, на хворости только в колодец. А вылезти на меня, вылезти. Человек ехал, вон, нехай жили. Вот так вот, так у меня вот. На зубове там говорили это. Что там на зубове? Ну, что на ниже в паспорте, поселок Зубов, Гнилицкая, Чицкая. Были Жирятинская, говорю, вон, метрики, ты попишли мне год. Был отписан, я с 34-го писала, а я с 33-го. Его, значит, и это его. Еще его пришли, заплатили, съездили с Анькою, заплатили государству за налог земли. Пришли, где все заплатили? Все так брешут, как собаки. Мы заплатили же все. А тогда его все лето, вот это же лето чужое пришло. Да еще вот. А как вам делали? Так хували, это значит. Что бить тебе надо сало, если у вас нема, а тогда мы у погреб. Это же сказали проверка, все стали хувать. Ну вот, проходили, походили. Бог у меня перчатки воины села.
чтобы не били, а кожу. Лупили и сдавали кожу. А кто ходил, сельсовет или кто были, куманисты? Ну да, был уже урядник, тогда же не был, а урядник был. И волость была, не сельсовет, а была волость. Угу. Вот так вот. Вот как интересно. Поэтому ага. Ваш твой дед, его и Гришка ж был маленький, Митишкин. Дед батька был. Это же все бобряковцы, тоже одно поколение. Ну они с Мужиного, с Андреевки все бобряковцы сюда пришли. Ну стали сгонять уже колхозы, то угу. Хуторами жили. Вот там мой дед жил Мачей. Он сам Грина утек. А ты уж деда убил как-то там за золото. Что там? А это с батькиной. Конь залез там это на огород. Это с батькиной. Это с батькиной. Ну, кого расскажешь? А что уже тут рассказывать? Давай по рюмке вернем. Копивни. Браты с братом спорили. Межи были его. Канаву копали за землю, чтобы... Тебе больше, а я хочу мне больше. Выпустить жеребка, да и входить по зелени. Дед убил колеса делать, это мой дед это, батькин батька. И сани делал, его Коля по их породе пошел, все делали. Сани, диваны, все это делал. А он тогда говорит, ах, ты выпускаешь каждый день коня. Ну, взял это жеребка, да и это... У пуньку царь подставил. Ой, да делаете колеса. А он как и шел с колом такого. Да и три дня полежал, да и в ямку. Ой, я ему не прощай его было. Его вообще мы такого сынов и две девки было. Варка Ирина. Ну, Варвары, Вара, Варя. Ну, хоть Варя. Ты говорил, взял лобру. 60 пшел были раньше в колоду. Его пшел взяли еще моего прадеда. У деда. Вот так. Вот тогда его и пошли. И все вот это. Бладненок это зайдет к ему, все к ему. И кормушка на ему даешь. Что ты, говорит, отдаешь? Это была лавочка. Сейчас как летел джу. Так когда в июне у вас все-таки было? 20-й ящик каждый год. Ну, рай и роятся. И рай. Ты приехал, ты на курочке, ты на гусочке. Что ты за баню, что пришел? Топить, что ты сумка принес. Тогда ты помоешься. Вот и браты. А у нас ходите, мойтесь. И соседи, идите мойтесь. Да вон это, огурение. Стекло. А, уже лампы были. Да, лампы. Поставили такую лампу. По-черному. Да, по-черному. А ты знаешь, когда свет пошел. Еще Лешка мой в 60-м году. Света не было ни у кого, только лампы были. Вышивали мы и пряли, и все, и лапти пряли при лампе. И лапти скинули тогда, и только некоторые начали. Соли не было, да? И соли не было. И стакан стоил, хоть входили 40 километров. Вот, за стаканом соли. Вот приборю. Да, вот жизнь, да. То есть через Слободу или как вы ходили? Ой, Сокольню? У почвы. Через Акуличи? Да. Вот прямо от Термашона, Норина, тогда там это... Светлое было? Светлое, я не знаю. Не это Доманичи и... Почвы на и это, и почвы. Угу. Ты богачей, а я бедней. Твои стояли колеса. Гумно стояло. А моя ходила кобыла. Ну, кобыла подышла, ты жеребилась. А под этой... Под телегой. Под колеса. Да и пошла ходить. А ты пришел поглядеть свое гумно. И говорит, приходит, стару, колеса жеребились. А он говорит, моя кобыла ходит жеребилась. Дед, колеса жеребились. Ну, я ты подал у суд, а ты богатый, мешок на плечи, что там уже мужа гроши, ну, и в суд заплатил. Ага. Суд выходит,
и говорит: жеребились колеса, не кобыла, колес жеребили. А потом, потом еще расскажу. Приняли в окна. А Игнатий шел по улице, увидел эту Евгению в окно, сына стоит, и зашел в хату. Ну тут суд идет. Суд идет. И судья вычитает. Ну кто виноват? И говорит: Евгения невинна. И Игнат не виноват. А пусть виновата хата, что пустила Игната. Вот так. Оправдали одного и другого. И то не виноват. Говорит, что тебе жалко, не жалко. Отдай мне мать. Другая кричит: ты мать.